всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ниндзя, Киллер, King Gunfire, Nothing, Книга, Ассасин, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня мы играем в Гаррис Мод в очень классный режим, который я забыл, как называется. Называется Трэш. Называется Трэшман. Компактор. Цель очень проста. Есть человек, который находится вверху, я быстренько полечу, покажу. Сбрасывает нам... А я не могу показать его, да? Телепортирует назад. Его цель сбрасывать в нам вниз предметы, их ветром гонит к нам сюда и нас мочит. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Короче, у нас есть 5 минут для того, чтобы он нас убил, правильно? Это было реально жестоко. Да, а кстати, он может сюда спуститься, покидать нам гранату, а мы можем его застрелить в ответ. А как мы будем узнавать, что это он? Ой, чувак, ну что ты? Он в зеленой форме будет ходить. Понял. Осторожно, осторожно! Он какую-то кабаку кинул. Легче кидай кабаки. Кидай машины уже. Там есть машины. Короче, я мечтаю, чтобы в этой серии я стал трэшменом, правильно? Тихо. А чё он так стоит? Зеленый, выходи гулять. А чё там стоишь? Ты же проиграешь так. Или ты видишь... Зеленый, выйди гулять. А я вижу, куда что падает. Зеленый, выходи гулять, ты где? Я буду здесь до посинения вот сидеть. Могу не выжить. Ух, кабак, осторожно, новое колесо. Погнем. Зеленый, ты сюда, где? Дима. Выходи, зеленый. Выгляни в окошко хотя бы. Ну? Не хочет. На, тебе кабака большой. Я смотрю, что? Привет. А ты чё в бошку стреляешь? Не, ну это нечестно, мне понравилось. Это нечестно, но мне понравилось. Ибо нефиг выглядывать из окошка. Блин, я хочу кидать кабаки, дайте мне кинуть. Я тоже. А твоя очередь потом подойдет. Опять он. Опять он? Ты же сказал, что моя очередь подойдет. То есть тут получается рандомно выбирается? Короче, я буду тут стоять и смотреть. А прикольно было вас кидать. Я там вроде четверых убил. Давай, я в тебя верю. Меня конусом-то прилетело. Когда будет большой предмет. Ой-ой-ой, вот это скорость. Сейчас убьет меня еще. Нет! Фух, это было рядом, я аж отогнулся. Ты хоть... Блин, я засмотрелся! Ты ж только это играл. А, мы играем дальше? А, получается, все, проиграли. Все, я. О, давай по красоте. Давай так, чтобы было смешно. Что же вам устроить? Давай с мелкого и крупнее. У тебя есть 5 минут. Давай. О, кишки из жопы. Она сразу уничтожает. Машину кидай. Осколки. Опа, пошла жара. У-у-у, я перепрыгнул. Воу. Троиханной штукой. Вот, мы теперь тут будем сидеть. Гранату кинул, жлобок. Так, сидим, чувак. Киллер, мы сидим. Пошло отсюда. Так, давайте я вам готовлю волну. Давай. Кстати, самое опасное тут это конус. Давай, я знаю, они как очень быстрые, да? Они очень быстрые. Ребята, мы выжили. Я надеюсь, что вот так сидя, я выживу. Так, ладно, я похуже вам придумаю. Давай. Я за тобой, короче, слежу. Ждем. Я успею пригнуться, надеюсь. Я буду сидеть. Ой-ой-ой-ой-ой, пошло. Надеюсь, выживу. Ого! Ты слышишь, ты мне башмаки помял. Ноги не видно здесь? Да, Димас. Здесь безопасно. Кидает. Кстати, у тебя не получается нас убить. Слышь, гранату кидаешь. Я знаю. Нормально, мы сидим, кстати, на хорошей давай крысе. Давай спрыгивай. Не-не-не, у меня еще мусор остался. А куда он пропал? На тебе по башке. Думаю, я чувака убьет сейчас. У него еще дофига мусора. Ты не спам себе мусор. Очень много. Да, ты видел, как у тебя она вскочила? Так, ждите к очень серьезной волне. Давай, я успею пригнуться. Я вижу какую-то им там волну. А? Ну давай, волнист. Короче, мне кажется, здесь вещи респавны. Хорошее место в уголку здесь. Мне нравится. И уже гора навалена. А этот вентилятор нельзя включить? Нет. Было бы классно, кнопку назад, реверс. Осторожно! Ах, так говно, бля! Это было эпично, блин, так прям придавило меня, по башке дало. Колонна, понял, металлическая убила меня? Она, короче, встала и просто как муху меня прихлопнула.
Чувак, я тебе не сочувствую, очень сочувствую. Ого, это смотри, как она... О, как ты еще выжил? Ничего себе, ты живешь. Повезло то, что он сидит за колоннами широкими. В щели. В щели, да, ты в щели. Осторожно, осторожно, конусы. О, я смотрю, давайте посмотрим, как он скидывает. Я вас забросил. Убил, блин, я забыл, посмотри, как ты его убил. Короче, замочил. Нифига. Ух ты. Один остался, не двое. Красиво. Красиво. Короче, будем так и выживать. Ух ты, по башке прилетело, неплохо. Будем, короче, левее, правее брать. Ах ты, бомжара! Ага, давайте досмотрим, как он вообще ставит. Так, следующую катку я должен быть этим челиком, психованным. Потом я. Это давай, чувак. На каком, когда ты будешь? Я в тебя верю. О, камера свободна, мне это нравится. Вот так будем смотреть, как он скидывает. Конусы кидаешь? Давай, давай, я в тебя верю. Ого! А я не могу стать этим импостером? Нет. О, надо было раньше так сделать. Ой-ой-ой-ой, как много всего. Челику везет, хорошо. Плагин, ты читер. А, это он постоянно, да, читерит. Он специально ввел команду на не на проигрыш. Двойной прыжок, если я перепрыгивал эти штуки двойным прыжком. Вот как сейчас ты проиграешь. Нет. Ну самое сложное это конусы. Их даже перепрыгнуть сложно. На! Красиво! Красиво! А, я последний был. И я старался. Все, команду эту вел. А там люди в очередь встали. Я буду третьим, но уже вторым. В очередь люди, не вставайте. О, я! Ура! Ура! Ну что, ребята, наконец-то сбылась моя мечта. Вы готовы? Нет. Да. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Димас, ты сумасшедший. А что так сложно-то сразу же, а? А это последний левел, пацаны. В смысле, то есть последний левел на первом? Ну, пожалуйста, я тоже хочу быть. Это по мне сейчас чем прилетело. Димас, ты с ума сошел, что ли? Ты что творишь? Ребята, я, получается, лучше всех сыграл. Я лучше всех сыграл. Я лучший игрок. Там просто все раскидал. Я взял машину и все сгреб. Я классно всех замочил. Интересно, как тут внизу было? В канале? Ой-ой-ой. Ты че вообще неадекватный? Нифига. Это я так само сделал? Не, я, наверное, полегче. Это прям жестко, да, было? Опять один человек остался. А кто остался? Я в тебя верю, ты сможешь проиграть. Прощай. Ну, это была бы ментальная смерть. Короче, а есть же другие, да, карты здесь побольше? Блин, а что? Карты другие, я видел, тут есть еще в этом режиме. А, да, есть. Все, мы в следующий раз, ну, когда там пару дней пройдет, мы запишем другой карте. О. Я этот режим добавлю в коллекцию, он крутой и мало весит. Ой-ой-ой, перепрыгнул, перепрыгнул красиво. Ой-ой-ой, да как? Пацаны, давайте теперь буду этот прикалываться над нами. Давайте начнем с маленького. Давай. Убери конус. Второго. Если кто-то умрет от конуса... блин, уже от конуса умер. Ну ладно. Эй, ты не туда летишь, конус. Ладно, давайте чуть-чуть посложнее. Первого, второго убрать, пожалуйста. Сейчас, пацаны, чуть-чуть больше будет этот. Чуть-чуть. Два раза. Живые? Я, да. Угу. Ну, уже нет. Один остался? Как обычно. Да. Давай бочкой буду, по очереди. Пошел. Не, ну это я должен выиграть тебя, полюбасу. Она не долетает. Коробка и бочка не долетают просто. Она взрывается. А вот так вот. А вот так хорошо. Понравилось? Я живу. Да. Так, сдохни куда-то. Он за ящиком сидит. За ящиком, да, сидит?
На хитрожопую жопу, видите ее? В углу за ящиком. Видите, качает головой? Да. Ну? Нифига. Нифига? Нифига. Ау, больно. Ты должен умереть как-то. Вообще, трэш может его кулаками убить. А у меня нет пистолета. Ну, только кулаками тогда. Либо что? Либо ты можешь взять гравиган и убить его этим гравиганом. Пробуем. Все мимо. Осталось 10 хп. Мимо? 10 хп. Да. Короче, давайте на везение. Как вы думаете, сейчас повезет мне какой-то предмет скинуть, и он умрет? Ну, у тебя осталось совсем чуть-чуть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Выиграю всегда я. Блин, ну это было сложно. Знаете, что не хватает? Здесь экрана большого, и смотрите, как вы уклоняетесь. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта рубрика, и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубрику ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока!